Вот такие краски осени вы откроете зимой и будете наслаждаться, даже попьете сока. Давайте готовить. Сегодня я вам предлагаю для зимы ассорти салат. Что для этого нужно? Потереть на корейскую терочку морковь, пошинковать капусту, как вы любите, мелко-крупно, томаты, огурчик, редиску, перец соломкой и лук полукольцами. В каждую баночку кладем по 3 штучки перца душистого. Кто любит гвоздику, по 1 гвоздики. По 1 чайной ложке соли без горки. По 1 столовой ложке сахара, тоже без горки. 1 чайную ложку 9% уксуса, но можно и не добавлять. Кто любит покислее, можно добавить 9% уксус. Кто нет, можно обойтись и без него, потому что там будут у нас томаты. Добавляем 4 столовые ложки кипяченой воды. По 1 столовой ложке масла растительного без запаха. Если не растаял сахар или соль, немножко перемешать. Он все равно растает при стерилизации. Раскладываем морковь по баночкам. И немножко ее как бы уплотняем. Раскладываем нашу капусту шинкованную и тоже немножечко как бы уплотняем в баночках. Берете тарелочку и вот так вот просто уплотняем капусту. Она, видите, покрывается и капуста, и морковка этим же вот маринадом. Раскладываем полукольцами наш лук. Пораскладываем наш перчик. Утрамбовываем. Раскладываем огурец вместе с петрушкой и укропом. Следующая у нас идет редиска. Сверху раскладываем помидоры, вот такие порезанные, хаотично. Зелень можно положить любую. Вот у кого есть укроп, петрушка, руккола. Кто какую зелень любит. Если у кого продукты не поместились, не переживайте. Они когда начнут стерилизоваться, можно потом докладывать. Вот так наши баночки будут выглядеть. Вы не переживайте, если здесь мало у вас сока. Оно при стерилизации даст сока столько, сколько нужно. Накрываем крышками стерилизованными и ставим на плиту. Закрываем баночки наши крышками. И после закипания мы стерилизуем ровно 25 минут. Ровно 25 минут простерилизовались наши баночки. Посмотрим сейчас, в каком они состоянии. Вот смотрите, маринад и сок выделили, томаты. Все хорошо, прекрасно. Если у кого мало жидкости здесь, можно смело добавить кипяточка немножко. Это ничего страшного. Или же пожертвовать одной банкой и с одной банки доложите в остальные баночки. И все будет прекрасно. А сок может почему меньше выделиться? Потому что если сухая морковь, она забирает этот сок. И, конечно, его потом становится мало. Все, наши баночки готовы. Закипели внутри. Мы их закрываем и закатываем крышки. Такой у нас салат получился. Баночки мы накрываем и укутываем до остывания. Если банки не полные, вот как здесь вот у меня, да, вот они постоят, они еще полностью соком наберутся. Салат наш постоял вот ночь, смотрите, я перевернула, и полностью баночки, вот они, заполнены. Сок отдал свое, и вот они, полные баночки. Вот такой у нас салат аппетитный. Ассорти краски осени получились. Выход 6,05 литра и 2,06.